Всем здравствуйте! Сегодня 21 мая министр обороны РФ отмечает день рождения. Сергею Кужугетовичу исполняется 67 лет. Младшая дочь государственного деятеля посвятила отцу трогательное поздравление, опубликовав архивное фото. В кадре молодой Шойгу нежно целует дочь в щечку, а та расцветает в улыбке. «Я поздравляю тебя с днем рождения, мой самый дорогой и близкий человек. Для меня ты целый мир, от которого я каждый день учусь чему-то новому и получаю нереальную энергию. Продолжай сиять, вдохновлять и быть примером, а я тебя ни за что не подведу. С днем рождения, папа!» — написала Ксения. Напомним, Сергей Кужугетович уже много лет в браке с любимой супругой Ириной Александровной. Вместе они воспитали двух дочерей. Старшей Юлии 45 лет, она возглавляет Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Младшая Ксения родилась в 1991 году. Девушка получила образование по специальности «Международные экономические отношения». Ксения руководит проектом, организовывает различные спортивно-массовые мероприятия. К слову, Ксения Шойгу стала мамой в сентябре прошлого года. На свет появилась дочь Милана. Отцом малышки является Алексей Столяров. Популярный блогер прекрасно ладит с тестем. Они нашли общий язык. Часто Шойгу с зятем выбираются в короткие путешествия и проводят досуг. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!